Всем привет! Снова я, Серега Никифоров. Вторая часть дневника с чемпионата мира по FIFA. И сейчас уже стартует первый игровой день. Уже половина ребят сыграла. Мы сейчас идем на территорию студии. И уже через считанные минуты наши ребята начнут играть свои матчи. Мы, конечно, будем следить за этим очень и очень внимательно. Саня, время 3 часа уже, почти, уже больше 4 часов. Скоро стартуем. Стартуем через 10 минут. Хорошо потренировались. Ребята уверены в себе в целом. Достойно поиграли на тренировках. Главное хорошо начать. Но волнение есть. Волнение есть, бешеное, если честно. Поэтому главное, чтобы волнение было только у меня, а не у ребят. Сейчас идет последняя подготовка ко второй половине игрового дня. Во время первой половины вылетели немцы. Вот первая такая сенсация. Все, и меня впустили в игровую зону. Теперь потише себя вести. Начинаются первые игры. Напоминаю, первая игра с португальцами. Вот так выглядит комментаторская кабинка. И главное ведущее мероприятие. Плюс зрители, те, кто приехал поддержать. Все здесь. Хорош! Хорош! Первая пошла. Хорош! Спокойно. Спокойно. На наши? Да, да, да. Чё, чё? Походу, я что-то понял, потому что самый слабый нам игра должна подключивать. Хорош! Давай, толкай, толкай, толкай! Ну! Есть! Хорош! Фу. Как Роналду, а, продавил, хорошо. Гулит там вообще убежал за ворот. Моменты были у португальца. И сейчас не забил. Но все-таки он заслужил, один гол все-таки забил, да. Но все равно же ничего не решает. Осталось полторы минуты, и это уже точно первая победа. Стартуем с победы. Хорош! Давай. Давайте, что, давайте, РТ следующий. Кулачка. Хорош. Жалко, и покричать страшно, спугнуть удачу. И даже рядом, когда стоишь с ребятами, чувствуется вот эта атмосфера, атмосфера борьбы. Ну, Роба первый уверенно сыграл. Начинаем с победы, 3 очка есть в копилке. Уже не с нулем уходим. У Тохи сейчас очень сильный соперник, поэтому очень важна, поэтому важна концентрация. Всего лишь 5 минут отыграно, пока Антоха без мяча. Блин, сдавил португалец 1-0. Тоха летит. Хорош! Давай! Правильно, правильно, хорошо. Отыгрался 1-1. В конце матча почти. Один удар. Да не, нормально, нормально. Хорош. Я еще как бы понимал, с кем я играю. Извините, меня месяц назад человек чемпион. Я знаю. Знаем, знаем. Все хорошо. Третий готовится. Хорошо. Тренеришка. Опа. Ребята играют 2 на 2. Провалились. 1-0. Ё-моё. Ну, неплохо. Но проиграли 1-0. Давай еще раз. GG. Отыгран 3 матча в первом туре у нас, и в итоге победа, ничья и поражение, 4 очка, если судить по разнице забитых пропущенных, мы впереди, плюс 1, может быть это как-то скажется по итоговой таблице, но теперь мы ждем второй тур и будем играть с австралийцами. Вот. Австралийцы тоже сильные, у нас вообще все сильные, ну и мы тоже все-таки показываем пока что свой уровень. Верим дальше. Уже стартовал второй тур, мы играем. Опять Роба играет первый матч. Здесь нужно набирать очки. Ну! Да блин! Ну что такое штанга, а? На 45-й.
Первый тайм 0-1. Хорошая. Ну давай. Yes! Хорош! Хорош! Ай-яй-яй. Тиков. Тиков залетел. Ничья. Упустили победу. На 87-й забили, на 90 пропустили. Хорошо. Хорошо. И в центр дай, пожалуйста. Ну. Да! Хорош, хорошо. Спокойно, спокойно теперь, да. Живем, живем, живем. Уже который раз все решается в конце матча. Третья ничья уже у нас. Третья. Сейчас ребята 2-2 будут играть. Хорошо. Хорошо. Есть! Хорошо, спокойно, нормально, нормально. Убивать можно, убивать. Фух, повели наконец-то с австралийцами. Да ну. Ну и дичь, а. Тихо. Отбили пенальти. Ух, ведем еще. Все, держим. Наш мяч. Хорошо. Все, просто. Держи. Хорош! Давай, мужички, давай. О, блядь, специально да. Как. Мужички. В защите просто второй тайм. Вот так. У всех ручки дрожат, даже никто пятюни нормально не может давать. Пятерочки, родные. Забили! Один. Хватило. 9 очков после 2 раундов. Идем дальше. Саня. Ребята, очень важный матч. Просто красавчики. Роберт душит в защите, как не в себе вообще. Клен отбил пенальти. Я даже не знаю, да. Что говорить. Просто 9 очков после 2 серий. Ну, судя по всему, на втором месте, да, я вот не видел. На первом? Ну, а это временно. Ну, португальцы не сыграли еще, но... Ну, пока временно на первом, но мы сыграли максимальное количество матчей по сравнению с другими. Сейчас у нас перерыв. Очень важные 3 очка сейчас были. 2 тура закончилось. Рассказывайте, что потеряли, что взяли по очереди. Здесь с цензурой. Мы на РФС. Во-первых, в Португалии все самое обидное, Донор Бар, первый матч. Еще не особо привыкли, мы играли на боксе. И проиграли 1-0, такая, блин, близкая игра, потому что, по сути, у них был один момент за матч, это оказался гол. Причем такой, неоднозначный тоже. То есть там было понятно, что ближний ударит, еле-еле Роналду ударил, и у нас вратарь не среагировал. Вот. А так еще, конечно, нащупывали и состав, и свою игру, играли как-то не совсем агрессивно, то есть... Немножко остерегались, потому что понимали все-таки, кто против нас играет. Но, тем не менее, я думаю, это пока что самая обидная игра. Также у Роберта была обидная игра, где он отдал. Расскажи, что случилось. Австралийцы, ну, да, я думаю, наверное, 2-1 потом повел. И в конце причем вырвал, там, 80-85, по-моему, забился. И в конце пропустил кипов. Типичная ситуация, но кипы, к сожалению, не по схеме подобрал. Но, к счастью, то, что я потерял эти очки потом. Все это вернулось во второй игре, когда Поп играл, и он проигрывал. Поэтому в целом я считаю, что по этим двум матчам с австралийцами мы заслужили вот этот размен. Могли выиграть, проиграть, но тут 2 ничьи, в принципе. Наверное, все-таки лучше было, если бы выиграли, проиграли, да, по 3 очка. Все-таки 3 очка больше было. Но, к счастью, вот 2-2 выиграли. Это очень важная победа. Сейчас нам, ну, австралийцы на бумаге слабее голландцев и датчан. И сейчас будут матчи здесь 1-1. Ну вот сейчас как раз игры, можно сказать, и будут определяющие. Да, по сути, сегодняшний, как последний матч с датчанами, завтрашний шанс, потому что последний матч будет завтра. Вот. Ну, наше завтрашнее настроение. Да, надеюсь, что завтрашнего дня мы выйдем. Ну, нужно... Не, в любом случае, вы уже имеете шансы, чтобы завтра уже играть на результат, в любом случае. У вас будут все шансы. Так что готовьтесь уже, что отдыхайте. Все, отпускаю. А ты-то куда? Ты-то что здесь делаешь? Сейчас начинается игра с датчанами.
Группа очень плотная, у всех сборных до сих пор есть шансы. 5 команд до сих пор борются за выход в плей-офф. Последние игры на сегодня, и можно идти отдыхать, спать и готовиться к завтра. Есть! Хорош, хорош. Все. Наконец-то у нас навесы полетели. Пошел первый навесик. Хороший старт. Один. Что это за дичь залетает, а? Просто дичь. Опа, пенка. Что? Еще и в конце пропустили. 4-1. У Антона тоже проблемы. Уже 1-0 проигрывает и пенальти поставили. Датчане пока очень сильно настроились по ходу. Хорош, хорош, хорош. Все, пора, пора. Хорош, хорошо, хорошо, все, нормально. Сорок пятое. 3-1. Хорошо, хорошо, давай, на отскоках нормально, можно и так. Хорош! Давай, давай, Тоха! Спокойно. Молодца. 3-3. Умница, умница. Давай сюда. Нормально. У ребят осталось очень мало сил. Последняя битва на сегодня. 2-2. 2-2 с датчанами. Посмотрим, посмотрим. Позитивом сейчас заряжено. Опять на своих финтах датчане забивают нам. Опять первый пропускаем. Наконец нам пенальти поставили. Дожили. Есть! Да! Давай. Собрались. Есть, 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 есть. Ну! Давай, родная! Давай, пятюнь, пятюнь. Нормально. Два один ведем. В центр можно. Еще. Еще. Ну. Ну все, свисти. Свисти. Есть. Хорош. Как вы? Давай. Мужики, хорош. Саня, погоди. Фирменную. Хорош! Ну что, тренер? Тренер Кати... в большом шоке. Ребята просто машины. Они как бы удивили в том числе и нас, и весь мир. Какие 9 игр, да, эмоционально? 9 игр суперэмоциональных. Особенно 2-2 меня радует. Ребята показывают фантастическую химию и взаимопонимание. На этом первый игровой день заканчивается. Все, мы в игре. Еще шансы есть. Завтра последний тур с голландцами. С вами был Серега Нитифоров, Саша Гусев. Почему у меня два джойстика вообще? Тоха Кленов и Роба Крединов. Мы в игре, мы в игре. Всем удачи, всем пока.